Всем привет, с вами Спортдилер и наша рубрика Спортдилер Инфо. И сегодня мы расскажем вам о таком продукте спортивного питания, как гейнер. Гейнер является таким же популярным продуктом, как и протеин, и делит с ним пальму первенства на пьедестале продуктов спортивного питания. Что же такое гейнер? По сути, гейнер является протеином с добавленными в него углеводами и иногда с креатином и БЦА. А теперь расскажем поподробнее. Гейнер от английского слова gain – набор, набирать – появился после получения научных данных о том, что в течение довольно длительного времени после тренировки организм особенно хорошо усваивает питательные вещества. На спортивном сленге это называется белково-углеводным окном, но вопреки расхожему мифу, это окно длится не час, а почти сутки. И вот тут гейнер приходит на помощь. Рассмотрим подробнее, как его употреблять. Чаще всего гейнер употребляется сразу после тренировки, как полноценный прием пищи, состоящий из белков и углеводов, и небольшого количества жиров, необходимых для восстановления организма после тренировки. Это очень удобно, если у вас нет возможности полноценно поесть в течение нескольких часов после тренировки, а употребив гейнер, вы дадите своему организму все необходимые вещества для восстановления повреждения мышечных тканей, которые вы получили во время тренировки. Гейнер может использоваться и как полноценный прием пищи в течение дня, как перекус, особенно если вы не можете много есть и не хотите перегружать желудочно-кишечный тракт, или у вас просто нет времени на то, чтобы куда-то зайти или что-то приготовить. Достаточно насыпать в шейкер порцию гейнера, залить его водой, и вы можете его пить везде, на ходу, в автомобиле, в общественном транспорте. Это полноценная замена приема пищи. Также гейнер будет очень полезен для людей с экстремально быстрым обменом веществ, известных как люди с эктоморфной конституцией тела, поскольку у таких людей особо высокая потребность в питательных веществах и калориях. Из обычной пищи получить их очень сложно, поэтому нужно есть огромное количество еды, что бывает довольно непросто и что не очень полезно. И тут гейнер придется как нельзя кстати, потому что позволит получить необходимые калории и не превратиться в корову, которая жует сутки напролет. В свою очередь, гейнеры бывают разных видов. Они подразделяются на гейнер с высоким гликемическим индексом и с низким гликемическим индексом, а также комплексные гейнеры с несколькими видами углеводов. Гейнеры с высоким гликемическим индексом в своем составе включают мальтодекстрин, который очень быстро усваивается и очень быстро попадает в кровоток, вызывая резкий скачок инсулина. Такой продукт имеет свои преимущества. Например, питательные вещества быстро поступят в поврежденные мышечные ткани, но при этом такой продукт не подходит тем, у кого есть проблема с сахаром или с поджелудочной железой, либо для тех, кто следит за своей фигурой. Гейнер с низким гликемическим индексом содержит в себе углеводы, которые не повышают уровень инсулина, а соответственно поступление веществ в кровь будет более плавным, уровень инсулина не будет взлетать вверх и не будет потом стремительно падать.